Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Слышно меня, да? Отлично! Значит, сегодня с вас потребуется, ну, максимум, это хорошее знание школьной программы, может быть, немножко воображения, потому что иногда мне нужно будет извлечь корешок, но, может быть, еще не все знают, что такое корешок, да? Вот, но... Я буду объяснять это, когда мне нужно будет извлечь корешок. Я, может, в этом месте даже остановлюсь. Вот. Значит, сюжеты математики вокруг нас. Математики, что называется... Ой, так, сюда, видимо, близко нельзя подходить. Математики в нашей жизни. Начинается сюжет с истории из Екатеринбурга годичной давности. А именно как-то один раз... Как и в этот раз, я летел из Екатеринбурга куда-то еще дальше, сильно дальше, на восток и север. По-моему, я летел в Сургут. Но точно уже не помню. Факт тот, что я сказал, что вот от, у меня там ходит автобус от места, где я в Екатеринбурге живу, у тети с дядей. И там ходит прям автобус до аэропорта, и я говорю, я на него сяду, на нем поеду, не надо, такси, бог с ним. Вот. Ну, я успел, правда, с трудом, автобус очень долго шел. Но с этим автобусом возникла очень интересная ситуация в конце. Он в конце совершил некоторый маневр. Значит, маневр он такой совершает. Он идет не по новой трассе, по которой ездят такси, да, в Кольцово, а по старой дороге, по куче деревень там. Ну, понятно, да, кто-то знает, да. Дальше он выходит на... Он вот должен попасть, как бы, вот сейчас я покажу примерно. Это не фотография тех мест, это то, что мы нашли. А это вот сейчас будет... Список всех сюжетов, но давайте начнем с этого сюжета, а потом мы вернемся к плану действий. Это будет такая прелюдия. Ну вот, на самом деле, это не оттуда с фотографии, но устроено все так же. То есть он вот здесь где-то заезжает сюда, а чтобы попасть в Кольцово, ему надо вот сюда. И этот первый, по-моему, у него номер, он совершает вот такой вот маневр, потому что иначе не пересечь дорогу, ее нельзя взять, просто переехать. Нужно совершить вот этот маневр. Так вот, сколько, какой суммарный угол поворота он при этом совершает. Сейчас я отодвину, чтобы здесь было видно. Вот так. Вот его маневр, и вот здесь будет Кольцово. Какой угол поворота в сумме? Кто уверен в своем правильном ответе, можете кричать вслух с места. Так, все, я слышал много ответов, но среди них один был правильный. Поднимите руку, кто сказал 540 градусов. Молодец. Вот, значит, действительно он совершает 540 градусов. Следите за моими руками. Вот это уже 270. Вот 180 он назад здесь едет, вот 270. И еще раз повторить 270. Задача сочинилась прямо на ходу. Я сидел в нем, совершал этот маневр, и как бы я сидел что-то на компьютере делал, и меня все время сносило в одну и ту же сторону долго-долго-долго. Я пытаюсь понять, что происходит. В конце концов, выглянул, увидел, что он делает этот маневр, и тут же сочинилась эта задача. Вот. Также у нас будет еще несколько сюжетов разных. У каждой какие-то свои истории, ну, по крайней мере, у сюжетов вот здесь. У каждой своя история, своя специфика у каждого сюжета. Вот. Потом, значит, это тоже историческая задача. В общем, это задачи, на самом деле, которые нас окружают просто. То есть это та математика, которая вокруг нас. Вот как с этим автобусом. Я проехал, сочинилась задача. Ну, понятно, что та задача, которую мы сейчас разбирали, она совершенно тривиальная. Вот. Но иногда в жизни возникают более сложные задачи. А иногда в жизни нужно описать, как летит самолет, например. Это уже очень сложные системы уравнений, которые нужно, соответственно, уметь решать. Так, ну хорошо. Следующий вопрос, который мы сейчас с вами разберем, такой. Вот это просто фотография где-то в интернете. Нашли фотографию машины с номером Екатеринбурга, да? Вот. Вопрос. Сколько можно выпустить всего машин с окончанием 66 РУС? Сколько? Это не слово «много». Понятно, что много. Так, давайте так, поднимите руку, кто
полагает, что меньше 100 тысяч. Так, опустите руку. Кто думает, что между 100 тысяч и миллионом? Меньше миллиона, но больше 100 тысяч. Опустите. Кто думает, что между миллионом и 10 миллионами? Так, кто думает, что больше 10 миллионов? Хорошо, сейчас будем решать. Что вот это и какие здесь могут стоять буквы? Латинские, но и русские тоже одновременно. То есть математически мы должны сказать следующее. Буква должна лежать в пересечении двух множеств. Множество букв русского алфавита и множество букв латинского алфавита. Любая буква, которая лежит в пересечении двух множеств, нам подходит. Иногда она по-разному читается, иногда одинаково. Например, буква А, она и в Африке А. Но буква С, например, в латинском алфавите называется С, а буква В в латинском звучит как Б. Но это не мешает ей здесь быть спокойно, пожалуйста. Вот тут С немножко по-разному, М абсолютно одинаково, В и Б очень по-разному, но все три буквы из этого пересечения. Поэтому нужно лишь понять, сколько букв в пересечении. Ну а комбинации здесь, ну тут понятно, да? Тут тысяча, да? Тысяча – это почти правильный ответ. Да, потому что комбинация 000 запрещена, ее использовать нельзя. То есть используется от 1 до 999, 10 в кубе минус 1. Так, теперь предположим, что таких букв некоторое количество, скажем, x. Тогда сколько будет комбинаций из трех букв? Да, x в кубе. Совершенно верно. Поэтому x в кубе умножить на 999 и есть правильный ответ. Осталось только узнать, чему равно x. Кто быстро угадает, вот ответ количество автомобилей. Но там я умножил не на 999, но да-да-да, до 999. Вот смотрите, 1728 это куб того числа, который нужен. Ой, перестал, да? А, вот так, да? Вот. Кто быстро извлечет кубический корень из 1728? 12. То есть мы решаем уравнение x в кубе равно 1728. X умножить на x умножить на x. Это x равно 12. В самом деле, вот такое странное слово есть. Можете поупражняться, это задача по лингвистике. Это придумали только что. Это у меня была лекция в Петербурге месяц назад. Одна девушка сидела, она все знала, что я говорил, потому что она на канале моем постоянно тусуется. И я говорю, вот есть задание для тех, кто все знает. Придумать какое-нибудь слово или сочетание слов, чтобы в него входили ровно 12 букв из этого пересечения, да, и только они. Ну и она принесла листочек, там было несколько слов, одно из них вот звучит «скан-муховерт». Но что бы это ни означало, я не знаю, что это означает, ничего осмысленного, конечно, нету. Но запомнить теперь легко. «Скан-муховерт» — это те самые 12 букв, которые можно использовать. Остальные нельзя. Вот. И, соответственно, 12 в кубе на 10 в кубе минус вот эти 000. Так что задача полностью решена. А в какой момент вам дали 96.рус? Кто помнит год? Я могу сказать, что не меньше 10 лет назад, может быть, даже 15, потому что я все время в Екатеринбург, я приезжаю по несколько раз в год. 12, да, лет назад примерно? Ну что-то такое, да. В общем, это был тот момент, когда 1 728 000 машин уже не хватило на всех жителей области. В этот момент вам дали 96 РУС, но сейчас... Помимо 96 и 66, есть 166 и, по-моему, даже 196. То есть 66 РУС, 166 РУС, 96 РУС, 196.
166 нету? А, есть 96, 196 и 66. Но значит, еще есть запас, 166 еще можно дать. А дальше уже придется давать 266 и так далее, потому что все блатные номера типа 96 давно разобраны. Все на 90, ну там половину, естественно, как обычно бывает, загробастал город Москва себе. Еще немножко город Петербург. В Москве и Московской области примерно 15 или 17 начал вот таких, то есть окончаний номеров. То есть вот это число нужно умножить еще на 15, чтобы получить количество машин, выпущенных в Москве и области. Получается 30 миллионов, что примерно соответствует истине. В Екатеринбурге в районе 5 миллионов, в Петербурге около 10. Вот. Но грубо, на самом деле, если грубо говорить, то на каждого жителя примерно машина. Это в среднем, вот если за 30 лет смотреть. Поэтому если, ну даже может и больше, в Екатеринбурге, мне кажется, даже получается больше. Сколько в области живет людей? 3 или 4 миллиона, да? Порядок. Ну вот получается, соответственно, где-то вот так и получается, да, машин. Так, хорошо, продолжим. Давайте задачку рассмотрим. История такая. История задачи — это олимпиадная задача. Не видно, да, наверное, здесь? Значит, задачка такая. Эта задача немножко модифицирована. Там был треугольник с Олимпиады 1987 года. Я был в 7 классе, и я эту Олимпиаду писал. Задача звучит так, но я заменил, единственного, там был, по-моему, треугольник, здесь вот круг. Значит, задача звучит так. Ученик сбежал с урока и пошел плавать в бассейне. Бассейн имеет вот такую круглую форму. Ученик может плавать долго, но не бесконечно долго, потом он замерзнет. И тут прибегает учитель с розгами. В старое время, в которое я учился, практиковались телесные наказания со стороны учителей. Хотя формально они были запрещены, но они были общепризнаны и общие, так сказать, приняты везде. Ну и как бы это самое, вот в задаче тоже звучало, что учитель всыпет розок ученику, если он его поймает за то, что тот сбежал с урока. А ученик говорит, вы меня не поймаете, я вылезу там, где вас не будет, и убегу. Значит, дополнительная информация, которую нужно знать. Ну, вопрос, собственно, будет такой. Верно ли, что учитель сможет догнать ученика, или наоборот, ученик сможет убежать? А что нам не хватает? Скоростей, правда? Ну, во-первых, условие таково, что учитель не полезет туда плавать, то есть он будет ловить по берегу. Во-вторых, если ученик выйдет из бассейна, то если в этом месте учителя не будет, если учитель даже вот совсем вот близко, но не в этом месте, то ученик спасся, потому что по земле ученик бегает быстрее, чем учитель. Значит, остается только одно. Вопрос соотношения скоростей бега учителя по земле и плавания ученика в бассейне. Понятно, что если, например, ученик… Да, но ученик стартует с центра. Когда учитель пришел, ученик был в центре. Ну так, для простоты. Понятно, что если ученик, например, в 100 раз медленнее учителя, то учитель быстренько раз займет место, где вот ученик будет приближаться к берегу. Очень быстро займет его и все, и поймает. Если ученик там в 2 раза медленнее учителя, то более-менее ясно, что бежать просто от него в противоположную сторону, плыть вот так вот, он не успеет убежать. Ну то есть видно, что как бы здесь очень важно именно соотношение скоростей. Вот при каком-то соотношении скоростей учитель еще успевает поймать ученика, при каком-то уже не может. В этой задаче было дано, что соотношение скоростей равно 4. То есть учитель в 4-жды быстрее бегает по земле, чем ученик по воде плавает. И нужно понять, что верно. Либо что ученик сможет спастись, либо что учитель сможет как-то его, так сказать, поймать, да. Кто за учителя? Опускайте руки. Кто за ученика? Тут просто больше учеников, да? Кто же из учеников будет поднимать руку за учителя в этой ситуации? Ну ладно.
Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ну, давайте я расскажу вам, как я ее решал. Значит, это условие я решал так. Вот смотрите. Допустим, учитель появился вот здесь, а я в центре. Попробую я смыться от него, вот сюда буду плыть. Мне нужно преодолеть радиус со скоростью v маленькая. Ну, например, считайте, что радиус равен 4 метра, моя скорость 1 метр в секунду, а скорость учителя 4 метра в секунду на бегу. Тогда сколько секунд я буду плыть? 4. Угу. Нет, почему? Все правильно? 4 метра радиус и метр в секунду, да, моя скорость? Хорошо, 4 секунды. А сколько будет бежать учитель вот так вот вокруг? Пи r. Правильно? То есть пи умножить на 4, но это он пробежит расстояние. А с какой скоростью он это делает? 4 раза больше, то есть 4 метра в секунду. Значит, пи r, то есть пи умножить на 4. Надо поделить теперь на 4. Что получится? Пи. То есть я проплыву, если я ученик, 4 секунды займет этот путь, а учителя 3,14 и так далее. Значит, он меня схватит. Вот получаются такие выкладки, вроде бы он меня схватит. Но это же я глупо действую, правда? Что я просто плыву к берегу и все. Если я вижу, с какой стороны он меня одевает, почему бы мне не отклониться? Правда? Но чувствуется, что какой-то там большой запас. Я, в общем, начал решать за учителя задачу. Стал доказывать, что он его сможет окучить, в каком-то месте его схватить. Что-то час решаю. А проходите, тут еще довольно много. Вот там места есть, тут как бы вот там места есть. То есть, в принципе, можно потесниться. Тут еще не все места заняты. Интересно, кстати, сколько нас. О, математическая задача, сколько нас. Считаем места. А, можно посмотреть на последний номер. В длину. Какой последний номер? 31, да? 32. А рядов? Какой последний ряд? 23 на 31. А, в общем, нас 650 человек, как километров от Москвы до Питера. Вот так, неплохо, да, еще, да, практически полный зал, 650 человек нас. Ну что, здорово, продолжаем. Решал я час, ничего не выходит. Не получается. Не получается выдумать за учителя стратегию. Тут я повеселел, я, конечно, болел за ученика, как вы понимаете. И стал снова решать ее за ученика. Но уже немножко по-другому. Но понятно, что вот такая топорная стратегия не помогает. Но давайте придумаем не топорную стратегию, а более сложную. Смотрите, есть такое понятие – угловая скорость. Поднимите руку, кто знает, что это такое. Угловая скорость. Еще рано, да? Еще не все. А угловая скорость – это с какой скоростью меняется угол. Вот я смотрю на какой-то объект, который по окружности бегает. И вот с какой скоростью он движется по окружности, с моей точки зрения, как Луна на небе. Вот сколько она градусов проходит за, там, например, за 2 дня. Да? Вот она была вот здесь, потом она вот здесь стала. Да? Вот сколько она градусов прошла. Я не знаю, какое до нее расстояние. Я, в принципе, это, ну, как бы я не могу это оценить вот так. Но я могу посмотреть, насколько она сместилась вот с моей точки зрения. То посчитать угол вот этот. И вот сколько градусов в секунду или там минуту, это и есть угловая скорость. Ну вот, собственно говоря, концепция угловой скорости позволяет решить задачу. Значит, смотрите, что происходит. Я беру маленькую окружность очень. Вот для начала предположим, что эта окружность имеет радиус единица, 1 метр. То есть она в четырежды меньше, чем большая, чем сам бассейн. Вопрос тогда, что происходит, если я плаваю по этой окружности? А он бегает за мной вот тут. А?
Да-да-да, я не слышу из зала, но факт тот, что мы находимся на одном и том же градусе все время. То есть я плаваю по окружности в четырежды меньшего радиуса ровно за столько же времени ее оплывая, за сколько он обегает главную окружность. Согласны? А теперь сделаем ее чуть-чуть еще меньше. Вот самую-самую малость, не одну четверть, а, например, ну, там, 0,9 делить на 4, да? То есть я взял ее, еще уменьшил, тогда я начинаю по ней плыть, я быстрее ее оплываю всю целиком, чем учитель оббегает целиком большую. И получается, что вот я начинаю в некоторую сторону плыть, он бежит, догоняя меня вот так, отслеживая меня с этой стороны, как бы, да? Но я начинаю от него убегать по углу. Вот этот угол уже больше, чем этот, потому что эта окружность, она сократилась более чем в 4 раза. Да? Видите, почему? То есть как бы она стала еще меньше, чем 1 метр радиуса. И поэтому моя скорость движения угловая, она теперь выше, чем у учителя. Ну и я постепенно, видите, от него ухожу. Вот он здесь, а я уже здесь. Потом в конце концов получится так, что в какой-то момент, у нас есть много кругов, но в какой-то момент я его обгоню на полкруга. Вот я бегу, 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 все время убегаю, убегаю, убегаю. И если так будет продолжаться долго, то в конце концов я окажусь на противоположной стороне этого маленького круга, воображаемого, конечно. А вот теперь вперед! Грубо говоря, мне остается 3 метра, а не 4. А учителю все те же пи секунд. То есть мне 3 метра за 3 секунды, а ему вот это расстояние за пи секунд. Но пи больше 3, правда? Пи больше 3. А что такое пи? Кто знает, что такое пи? Поднимите руку. Но вот на самом деле точное формальное определение такое. Пи – это отношение длины окружности к ее диаметру. Вот именно это есть пи. А то, что оно равно 3,14, это можно увидеть в справочниках или там самому вычислить с помощью каких-то очень сложных формул из матанализа. Там. Вот. То есть пи по определению – это отношение длины окружности к диаметру. Нам нужно доказать, что она больше 3, иначе решение будет не принято. Вот в 1987 году вышло так, что эту задачу решила там, ну вот, там была немножко ситуация другая. Ну, короче говоря, впоследствии неоднократно на Олимпиадах были ситуации, когда авторы хороших, правильных решений писали «пи», нужно сравнить там с 3, да? Но так как пи равно 3,14, то пи больше 3, и все. И им снижали оценки, потому что то, что пи равно 3,14 и так далее, это надо, что называется, доказывать, смотреть в справочниках. В общем, школьник имеет право пользоваться только определением числа пи на Олимпиаде. А определение числа пи – это отношение диаметра, отношение окружности к диаметру. Но давайте докажем, что пи больше 3. Если пи больше 3, то мы действительно сможем сократить окружность. Чуть-чуть сократить, тогда здесь будет все еще меньше, чем пи, а радиус будет уже меньше единицы. То есть как раз зазор будет между пи и 3. И осталось только доказать, что пи больше 3. Ну как это доказать? Надо вписать в окружность какую-нибудь ломаную линию, да, у которой суммарная длина равна 3. Ну, в принципе, это несложно придумать. Понятно, да, что здесь нарисовано? Вот треугольник, он равносторонний. Вот еще один равносторонний треугольник и еще один равносторонний треугольник. Да, по одному, ну по радиусу, да, по одному радиусу все стороны. Значит, соответственно, вот это один радиус, это один радиус и это один радиус. Но вот эта вот сумма, которая 3 радиуса, она меньше, чем длина окружности. Почему? Кратчайший путь самый короткий.
Это аксиомы, там, ну, некоторые аксиомы планиметрии. Там, ну, в общем, это принимается за факт в школьных учебниках, этим можно пользоваться. То есть вот такой путь короче, чем вот такой короче, чем вот такой, и этот короче, чем вот этот. Поэтому вся полуокружность, она длиннее, чем вот эти три участка. А значит, пи, которая есть длина этой полуокружности, да, отношение к радиусу, больше, чем 3 радиуса делить на радиус, то есть чем 3. Поэтому пи больше 3. Поэтому он убежит, да. Ответ в этой задаче, что ученик спасется. Так, а вот теперь давайте попробуем измерить пи, проведя некоторый мысленный эксперимент. Садимся на самолет. А, вопрос, да? Ну да, это будем считать, что этого не учитывается. Так, вот давайте сейчас измерим. Сейчас мы проведем эксперимент по измерению пи. Итак, мне нужно взять отношение длины окружности к радиусу, к диаметру. Или, соответственно, полуокружности к радиусу. Что я делаю? Я сажусь на самолет здесь, в Екатеринбурге, в Кольцово. Отлетаю на, например, 100 километров. После этого я аккуратно пролетаю с той же скоростью в точности, ну, например, полкруга или полный круг. Ну, допустим, я пролетел полный круг на расстоянии 100 километров от Кольцова. И разделил на диаметр, то есть на 200 километров. Диаметр этого круга 200 километров. Что у меня получилось? Уже высчитали, да? Нет, правильный ответ. Примерно 3,12. Я точнее не знаю, но будет чуть-чуть меньше, чем пи. Самую малость. А если я то же самое проделал на расстоянии 1000 километров? Вот я отлетел на 1000 километров, пролетел полный круг, который имеет длину, соответственно, около там, 6000 километров. Ну вот полный круг. Вернулся, поделил вот это вот количество на 2000 километров. Что получилось? В районе 3, на самом деле. А если я проехал 10, если я пролетел 10 тысяч километров, 2 получится, да, потому что вот, смотрите, вот Земля. Ну, отгадку вы сами понимаете, да, Земля, она круглая. Вы вообще в курсе, да? А поднимите руку, кто знает, что Земля круглая. Остальные делают вид. Но вы знаете, конечно, да, что Земля круглая. Ну да, остальные знают, что она вообще эллипсоид вращения. Но примерно все равно круглая. В общем, суть в том, что Земля не плоская, она не является плоской. А если она не является плоской, то на самом деле то, что мы измерили, это не пи, потому что я делил на расстояние, которое надо пролететь вот так, а надо делить на кратчайшее расстояние между двумя противоположными точками этой окружности. Кратчайшее расстояние идет под землей. Например, вот если вот такая окружность, то уже совершенно ясно, что под землей довольно сильно. То есть центр вот этой окружности вовсе не в Северном полюсе, а где-то вот тут. А если я на 10 тысяч километров отлетел к экватору, то центр экваториальной окружности – это центр Земли. И там действительно получится, что мне нужно 20 тысяч, это полуокружность в районе экватора. Ой, прошу прощения. 20 тысяч полуокружность в районе экватора, вот такая вот. Вот. И я ее делю, вместо того, чтобы делить на диаметр Земли, я делю ее на расстояние отлета до Северного полюса и назад до нее же. Ну и тогда получается число 2 в качестве значения для пи. Вот. Так что, конечно, нужно аккуратно. Пи надо мерить на плоской поверхности. На самом деле наш мир, он вообще глобально вроде не очень плоский, говорят космологи, поэтому с измерением пи проблемы. Нужно только как бы вот математики могут измерить пи как идеальную величину, такую сократовскую идеальную величину, а в реале все равно все время будет получаться что-то не то. Так, следующая математическая, такой математический сюжетик, это про перелет. Тоже это в жизни было.
2015 году зимой была конференция по алгебраической геометрии в Магадане. И из Магадана в Москву возвращались ее участники. Вылет из Магадана, ну вот это примерно, вот просто чтобы вы понимали, карта России, только здесь, простите, здесь почему-то вместо Екатеринбурга Челябинск, вы меня не убьете? На самом деле вот здесь вот Екатеринбург, да, чуть-чуть здесь вот выше. Вот. Но суть не в том, а в том, как летит самолет. Вот Магадан, вот широта номер 60. Ну и кажется, что раз мы летим в Москву, которая немножко южнее Магадана, капельку южнее, ну вот так и нужно лететь по широте, чуть-чуть смещаясь на юг. Но на самом деле ответ этот неверный. Лететь надо по кратчайшему пути. А кратчайший путь — это вовсе не широта. Кратчайший путь довольно сильно забирает к северу. Выше там до 7... Считали математически, 73 градус задевается. 73 градус. Но если так, давайте посчитаем. Декабрь месяц. Самолет вылетает из Магадана. Дальше даже вот задача. Вот он вылетает. Чуть-чуть погрешил против истины. Участники разлетались 12 декабря. Я написал 13, потому что 13 просто у меня лично день рождения. Интересно, кто-то есть еще в зале, у кого 13? Тоже, да? О, круто. Вот. В общем, поставил свой день рождения здесь просто. Вылетают 10 утра местного времени. Вот. Ну и вот два вопроса на понимание того, как проходят перелеты. Первый вопрос: во сколько он прилетает по местному времени в Москву? Ну-ка. Сколько летел из Магадана? Ну, сколько-то часов. В общем, ответ такой. Он прилетает в 10 утра по московскому времени. Он вылетает в 10 утра и прилетает в 10 утра. Разница во времени 8 часов. Время полета тоже 8 часов. Самолет в наших широтах летит со скоростью вращения Земли. То есть с точки зрения Солнца, вот попробуйте увидеть это с точки зрения наблюдателя на Солнце. Он смотрит на Землю, где-то там вдали какая-то малюсенькая землишка, да, такая, маленькая-маленькая. Она вращается. Вдруг над поверхностью Земли вскакивает какой-то странный объект и висит, и под ним проворачивается Земля. После чего объект обратно приземляется. В это время Земля провернулась от Магадана до Москвы, и он в той же точке. То есть первое приближение стоит в том, что если вы смотрите на Солнце в процессе этого полета, то Солнце в одной и той же точке. Под вами вертится Земля, но в системе координат с Солнцем ничего не меняется. Но это не вполне верно на самом деле, и математики это поняли, когда стали прикидывать. Происходит следующее. Солнце в 10 утра в Магадане зимой находится очень близко к горизонту, только-только встало. Северные широты, но не полярные, нет. Значит, вот оно, Солнце. Самолет взлетает, смотрите, что делает Солнце. Смотрите на красную кнопку. Оно делает вот так и уходит под землю вертикально прямо вниз, и наступает полная ночь. После чего при приближении к Москве оно обратно вертикально встает и даже еще выше. Понятно, да? Вот так вот уходит под землю, наступает, темнеет, прям темнеет, полностью темнеет, полярная ночь. Полярная ночь длится 2 часа полета, и обратно Солнце встает вертикально вверх, вертикально вниз и вертикально вверх. То есть с точки зрения Солнца самолет подпрыгнул, зачем-то подлетел к Северному полюсу, вернулся назад и приземлился. Зачем? А потому что это кратчайший путь. Это кратчайший путь. Вот он, кратчайший путь. Если вы возьмете глобус и нарисуете на нем самый кратчайший путь из Магадана в Москву,
Вы увидите, что этот кратчайший путь отклоняется к северу очень сильно. Доходит до 73-й широты. 73-я широта зимой – это глубокая полярная ночь. Это не Мурманск, не Норильск. Это никакого следа солнечного света. То есть это как бы… Это очень сильно к северу от полярного круга, где граница полярных ночей. То есть он в этот день, это один и тот же день, просто там день, это ночь, да, там полярная ночь. Вот в 10 утра он залетел в область полярной ночи, вернулся и приземлился в Москву. Так все и было. Некоторые математики говорят, ну да, на бумаге я вижу, но не может же такого быть, что мы сейчас взлетели, у нас солнце село. Взлетели, солнце село. У меня была после этого лекция в Москве, и я... Говорю, представьте себе самолет, ничего не рассказывал, просто говорю, представьте себе, что вы летите из Магадана в Москву в декабре, вылет 10 утра. Что вы видите за окном? И в течение нескольких секунд один очень такого серьезного вида мужичок, ну никак не математического вида абсолютно, очень такого серьезного делового вида, говорит, так понятно, что солнце сядет, будет полярная ночь, потом обратно встанет, и мы прилетим в Москву. Я говорю, как? А как вы это узнали? Да чего, говорит, я постоянно летаю, вот позавчера прилетел из Магадана. Он летает по делам там золотодобычи или чего-то в этом духе, там общается, значит, соответственно. Ну, нормальный бизнесмен такой летает, но пришел на лекцию. Вот, и говорит, ну что, известно, что будет. И сразу все, как это... Всем заспойлил дальнейшее обсуждение сюжета. Ну, он был совершенно прав. То есть вот в этой зоне всюду полярная ночь. Здесь никакого света. Вот данный момент у нас конец ноября. Вот здесь везде полярная ночь. Вот отсюда и до севера, до сюда. Вот. А то, что в Мурманске, например, даже в самую полярную ночь все-таки что-то видно, это потому что рассеяние над горизонтом света как бы от атмосферы. И оно... Где-то на 300-400 километров вот его хватает, этого рассеяния. То есть, если на 300-400 из Мурманска, то это будет уже внутри полярного круга. Поэтому там еще что-то видно вполне. Так, теперь еще одна задача. Значит, сейчас будут немножко корни. Что такое корень? Корень. Корень из числа 2, например. Что это такое? Это какое-то число, да, которое, как правильно замечают, не является дробью, которое при умножении на себя дает 2, правильно? Вот про него будет сегодня пара сюжетов, но начнем вот с этого, потом будет кое-что. Ой, тут уже близко к этой. Вот, значит, задача, которую впервые можно наблюдать еще у Ферма. Значит, Ферма... Знаменитый Ферма, который теорема Ферма, он поставил задачу такую. Вот у меня 3 деревни, мне нужно договориться, где встречаться жителям этой деревни для общения между собой, для того, чтобы суммарно меньше всего сапог были истоптаны. То есть вот какую точку выбрать? Вот такую или такую. Но вот на глаз совершенно непонятно, какая сумма меньше. 3 зеленых отрезков или 3 синих. Сумма длин. Но вот Ферма поставил такую задачу. И ответ оказался следующим. Во-первых, если эти деревни находятся так, что один из углов больше 120 градусов, то нужно собираться прямо в той деревне, из которой вот эти 2 оставшиеся видны под углом больше 120 градусов, 120 или больше. Во-вторых, если 3 деревни расположены в вершинах треугольника, у которого нет никакой точки, никакой вершины с углом больше 120 градусов, то тогда существует одна, единственная точка, существует, из которой вот эти все 3 угла равны 120 градусов, то есть каждая пара деревень из этой точки видна под одним и тем же угловым растромом. И вот эта точка, это решил Торричелли, евангелиста Торричелли, и называется она задача Ферма Торричелли, вот эта задача, о нахождении такой точки. Решение такое, ну не очень простое оно, я даже сейчас не буду его приводить,
Но суть в том, что вот это окончательный ответ, такая точка единственная, из которой они все видны под углом 120 градусов. А я продолжаю тему. Рассмотрим вот такие четыре точки. Если мы ставим задачу, как раньше, найти точки, найти такую точку, чтобы в ней было встречаться всем четырем, значит, вот жителям деревень вот этих, да, чтобы было максимально коротко, то там будет все очевидно, что в самом центре, потому что любая другая точка, там по неравенству треугольника очень быстро это доказать, ну и как бы из симметрии тоже понятно, хотя симметрия, тут аккуратно надо использовать симметрию, в общем, неравенство треугольника может быть использовано, чтобы доказать, что эта точка должна быть в самом центре этого квадрата. Но давайте поставим другую задачу. Давайте поставим задачу о том, чтобы соединить эти деревни кратчайшей системой дорог. Почему это другая задача? Ну, потому что речь идет не о том, чтобы суммарно как можно меньше они исходили сапогов. Если у нас будут дороги, которые используют и те, и другие жители, то тогда будет как бы исхожено много сапогов. А нам нужно построить дорогу с минимальными асфальтозатратами. Для трех деревень это все то же самое будет, тоже такая точка. А вот для четырех, давайте посмотрим. Итак, нам нужно теперь не одну точку поставить, до которой суммарная длина отрезков будет минимальна, а нарисовать произвольную систему дорог, но такую, то есть может быть тут много новых, можно понастроить точек стыка, такую, чтобы суммарная длина этой системы дорог была как можно меньше. Ну и можно попробовать там поугадывать, например, вот эта вот система дорог дает 3. Да? Да, значит, диагональ будет меньше, вот здесь сумма равна 3. Но это не самая маленькая, это тоже равна 3 на самом деле. Такая идея иногда возникает. Давайте проведем вот так. Сумма длин меньше 3, это 2 корня из 2. Ну вот корень из 2 это, в частности, это длина диагонали квадрата, у которого сторона равна 1. Вот, значит здесь 2 таких, 2 длины, они равны каждой по корню из 2. Но дело в том, что 2 корня из 2 меньше 3. Кстати, а как выяснить, что 2 корня из 2 меньше 3? Ну-ка. Кто коротко скажет? А как доказать? Вот именно доказать. Да, возвести в квадрат, правильно. Надо возвести обе части в квадрат, чтобы это доказать. Вот 2 корня из 2 – это корень из какого числа? Из 8. Вот это корень из 8, потому что если 2 корня из 2 умножить на 2 корня из 2, получится 2жды 2жды 2, то есть 8. А это корень из какого числа? Из 9, да? То есть корень из 8, конечно, меньше корня из 9. Ну или, возводя в квадрат, 8 меньше 9. А значит, и корень 2 корня из 2 меньше 3. Но, друзья, это не предел. Смотрите, это не самое оптимальное. И вот почему. Смотрите, почему это не самое оптимальное. Заодно здесь будет намек на решение. Вот у меня 2 деревни, и вот у меня еще 2 деревни. Я соединил вот так. Тогда вот для вот этих 3 точек получается вот такая система дорог, которая не является оптимумом, потому что эта точка — это не углы по 120 градусов. Вот для этих 3 можно тоже сформулировать ту же самую задачу Ферма. И задача Ферма даст нам здесь вот такую вот точку, где углы будут по 120 градусов все. 120, 120 и 120. И для этих 3 тоже получается, что вот каждая красная система дорог по длине меньше синей системы дорог. А тогда и вся красная, вот эта целиком, тоже меньше, чем вся синяя. Вот такая потрясающая ситуация, что
Диагонали квадрата не решают задачи оптимального связывания точек квадрата между собой системой дорог. Кто бы это, что называется, знал? Представьте, сколько асфальта бы можно было сэкономить в разных местах мира, в разные эпохи. Вот ответ. То есть надо построить две новые деревни, там, где вот по углам вот это 120, 120, 120. И эта система дорог в силу предыдущего соображения, просто в силу теоремы вот этой Фермата Риччелли, она будет меньше. Сумма длин, если аккуратно посчитать, здесь 1 плюс корень из 3. И опять двукратным возведением в квадрат можно показать, что вот это меньше, чем вот это. Вот такая вот потрясающая задача. У нее есть большое развитие, в большой математике ею занимаются. Там, когда много-много задано пунктов, и нужно их связать с системой дорог, решают такую задачу, какая система дорог кратчайшей длины дает решение. Называется задача Штейнера. А исходная задача, она так и осталась, задача Ферма или задача Фермата Риччелли. Так, ну вот можно доказать, то, что это оптимум, доказать совсем непросто на самом деле, потому что есть же еще какие угодно структуры, которые нужно, ну, как бы пытаться перебрать в поисках оптимума. Вот. Так, следующий вопрос. Все видели лист бумаги? Вот это его размер. В миллиметрах. Обычный А4. Обычный А4 имеет размер 210 мм на 297. Вопрос, почему? Так, ну-ка, дам. Так, я слышу две, да. Значит, не два к трем, а вот правильно, что пропорции должны… Совершенно верно. Значит, сейчас я объясню, почему должно быть именно так, чтобы пропорции сохранялись. Что значит пропорции сохранялись? Вот мне нужен лист бумаги. Вот так, да, сделаем? А тогда там вот совсем не видно будет в том углу. Ну, сейчас вот, если что, можете посмотреть. Ну, так видно, да, что-нибудь? Отлично. Ну, в общем, если не видно, чуть-чуть просто зайдите назад, посмотреть, потом обратно сядете. Значит, что я хочу сделать? Я хочу, например, вот повесить там плакат с каким-то событием. Да? Вот на плакате будет изображена чья-то физиономия. Да? Вот. А потом я вдруг понял, что у меня бумаги слишком мало. Не хватает на все места, где я хотел вывесить этот плакат. Вот не хватает у меня. Что я делаю? Я беру оставшиеся все листы бумаги, разрезаю их пополам и вешаю маленькие плакатики, да? И вот, и вдруг обнаруживаю, что на этих маленьких рожа стала вытянутая, не похожая на себя. Вот так было бы, если бы лист бумаги имел не такие пропорции. А давайте посмотрим тогда, какое условие. Условие на пропорции. Вот если вот это, например, взять за единицу, то во сколько раз длинная сторона должна быть больше вот этой короткой стороны, чтобы вот этот эффект не происходил ни в одну, ни в другую сторону? Я слышал правильный ответ. Но давайте я поясню на доске. Я вижу, что тоже знаете, да. Давайте поясню на доске. Итак, я должен разрезать его пополам. Какие теперь будут соотношения сторон? Один стала длинной стороной, а короткая сколько? Ну, если это x. X пополам, правильно? Х пополам, тут тоже фонит. То есть смотрите, х должно относиться к единице, чтобы вот эта рожица не искажалась, пропорции должны быть одинаковые. Но у большого листа это х к единице, вот это к вот этому. А у маленького листа, что здесь я пишу? 1 к...
Правильно кто сказал? Х пополам внизу стоит. У большого листа это х, а это 1. А у маленького листа то, что большое стало единицей, а маленькое стало х пополам. Поэтому я должен написать вот такую пропорцию. И что же я делаю с пропорциями? Это 2 делить на х, правда? 1 относится к х пополам, как 2 относится к х. Получается вот такое равенство. 2 разделить на х равно х, потому что х к единице — это х и есть. То есть 2 равно х квадрат. А значит, х равен корень из 2 в идеале. А вот это тут при чем? Хорошо, мы поняли, что в идеале лист бумаги должен иметь отношение сторон корень из 2. Тогда при складывании пополам ничего не будет меняться. А почему получилось 297 на 210? Какое отношение к корню из 2 это имеет? Ну давайте я вам расскажу. Давайте я вам расскажу. Сейчас. Так, сейчас я прошу прощения у маленьких слушателей. Мне придется написать некоторое равенство. Корень из 2 умножить, корень из 2 минус 1 умножить на корень из 2 плюс 1. Вот чему это равно? Да, молодцы, кто-то сказал детским голосом одному или женским, не знаю. Но кто-то правильно сказал, да. Действительно, а что это за формула, как она называется? Разность квадратов, молодцы! Я прошу прощения у совсем маленьких, кто это еще не изучал. Но с помощью вот разности квадратов, да, получается корень из 2 плюс 1 на корень из 2 минус 1 равно единице, потому что это корень из 2 в квадрате минус 1 в квадрате. То есть 2 минус 1, то есть 1. А теперь смотрите, что я делаю. Корень из 2 равно 1 плюс корень из 2 минус 1. Кто-нибудь с этим поспорит? Но корень из 2 минус 1, это ведь отсюда 1 делить на корень из 2 плюс 1, правильно? Вот отсюда вот. Значит, я могу написать, что это равно 1 плюс 1 делить на 1 плюс корень из 2. Какая целая часть этого числа? Сколько целых здесь укладывается? 2. И если я вложу 2, то останется опять корень из 2 минус 1, правда? Никто не спорит? А теперь вместо корень из 2 минус 1 я снова подставляю вот это. Так. Стираю корень из 2 минус 1, пишу. Вместо этого 1 делить на 1 плюс корень из 2. Что дальше делаю? Опять пишу 2, да? А потом опять. Опять. Вот что происходит. Опять. 2 плюс 1 делить на 2 плюс... Ну уже ясно, что будет до бесконечности, да? Давайте еще один этаж напишем. 1 на 2 плюс так далее. Значит, дорогие друзья, если я рассмотрю любую дробь, целое число делить на целое число, и произведу с ней вот такую операцию, то она очень быстро закончится. Это алгоритм Эвклида, так называемый, числитель со знаменателем. Я запускаю алгоритм Эвклида. То есть любая дробь, ну, например, вот давайте вот ту вот дробь возьмем. Вот что это за дробь такая? Сейчас мы узнаем, что это за дробь. Заодно мы все и узнаем вообще. 297, а нет, не пишет. 200, ой, стоп, начал нажиматься.
297/210. Как сокращается? На 3, правильно. Что остается здесь? Громче. Каких? Равно 1 + 29/70, правильно? Равно 1 + 1 делить на 70/29. Что происходит, а? А вот никакой бесконечности не будет, потому что у меня каждый раз в знаменателе все меньше и меньше. Вот сейчас будет 2 + 12/29. Но по правилам игры я заменяю 12/29 на 1 делить на 29/12. Извлекаю целую часть, получается 2 + 5/12, то есть 12/5, то есть 2/5, то есть 5/2, то есть 1/2. Может быть, я, ну-ка еще раз, 70/29, значит, возможно, я где-то одной лишней, может быть, здесь 6 двоек, а не 5, я не знаю. Но суть в том, что в конце стоит жирная точка. Любая вообще дробь, которую вы будете раскладывать таким образом, она закончится, потому что в конце концов эти числители, знаменатели, они заменяются, они становятся все меньше и меньше. При делении с остатком получается каждый раз следующий знаменатель — это остаток от деления старого знаменателя на числитель. И поэтому раз за разом эти остатки уменьшаются, и в конце концов все закончится. Поэтому те числа, которые являются дробями, они превращаются в конечные выражения вот такого рода. А так как про корень из двух мы уже показали, что он бесконечный, значит, дроби не является. Вот и все доказано. Теорема иррациональности корень из двух доказана. Но вы видите, что они очень похожи. То есть обрыв на этом шаге дает то же самое. То есть то, что написано здесь... То, что написано здесь, это очень точное приближение для корня из двух. Но в точности он равен ему быть не может. Поэтому взяли 227 на 210 как самое точное приближение из разумных вот для корня из двух. И тогда действительно будут практически те же размеры. Так, ну, наверное, я немножко всех утомил, поэтому давайте чуть-чуть ускоримся. Еще один сюжет рассмотрим, а последний уже оставим. Значит, смотрите. Есть дорога. На этой дороге есть контрольные пункты. КПП, да. И вдруг в какой-то момент засекают, как шпион попадает на эту дорогу и исчезает после этого где-то в лесу. Но если мы знаем, где он вылез на дорогу, мы в лесу его точно найдем. Там бурелом, он далеко не спрячется. Да и по следам тоже. Но нам нужно понять, где он там объявился. Значит, задача. Посмотрев на фотоснимок, найти шпиона на дороге по информации, которая на фотоснимке видна. А здесь я знаю только контрольные пункты. Я не знаю, где он появился на дороге. Я знаю, что вот на фотоснимке вот он виден. Он где-то там. Как это сделать? Ну вот, например, вот у меня вот шпион на фотоснимке. Вот здесь два изображения контрольных пунктов. Я беру и смотрю на реальной поверхности, на местности, вот эти два контрольных пункта. И просто в данной пропорции вычисляю. Логично? Логично, но неверно. На фотоснимках пропорции меняются. Поэтому просто взять пропорцию, вы там его не найдете. Нужно придумать какое-то выражение, которое сохраняется как на фотоснимке, так и на Земле. Но вот ситуация, да? Вот оказывается, нужно запросить координаты трех, а не двух КПП, и составить так называемую двойную пропорцию. Вот он ее заснял из самолета, да? Вот такое отношение будет одинаковым и на доске, и на фотосъемке, и на Земле.
Но это уже в старших классах вы будете, возможно, проходить проективную геометрию и про это говорить. Называется двойное отношение двух точек. Вот оно сохранится как на Земле, так и на фотографии. Одинаковое будет. После этого вы составляете несложное уравнение от одного переменного, дробнолинейное. Получается, оно сводится к линейному, как в старших классах учат. Быстро решаете и ловите шпиона. Ну, собственно, пожалуй, на этом все. Пропустим информацию. Защита информации — это один сложный большой сюжет. Вот. Который достоин отдельной лекции. Значит, ну давайте для начала вопросы, потом я расскажу про некоторые ресурсы в интернете, которые я советую посещать. Поднимите руку, кто бы хотел задать вопрос, чтобы я посмотрел, сколько народу хочет задать вопрос. Так, пока вижу, так, ну вижу несколько рук, ну давай начнем с тебя. Алексей, у нас есть целых аж два микрофона, мы можем... Ну вон, вот мальчик там вот сидит, хотел задать вопрос. Сейчас мальчик, микрофон возьмешь, мальчик, задашь. Мальчик, подними руку. Мальчик хотел задать вопрос. Да, сейчас я, ага. Задавай. Сможете вы ли рассказать о самых интересных способах вычисления пи? Хороший вопрос. Но быстро это не получится сделать, но формула Эйлера — это арктангенс... Единицы равен арктангенс 1 второй плюс арктангенс 1 третьей. Вот это пи делить на 4, а это можно вычислить по очень простым формулам. Одна треть на 1 вторую в квадрате плюс 1 пятая на 1 вторую в кубе и так далее. А этот по той же самой тоже 1 треть минус 1 треть на 1 треть в квадрате плюс 1 пятая на 1 треть в кубе. И если здесь взять буквально несколько этих самых, несколько слагаемых, уже точность будет в районе миллиона. Одной миллионной. Даже миллиардной. В общем, это очень быстро вычисляется по вот этой формуле. Для практических таких вот домашних нужд этого вполне достаточно. Так, еще вопросы? Я пока... Сейчас, стой. Вопросы с микрофонами. Можете заставить выражение, состоящее из 9 цифр, которое включает в себя все цифры от 1 до 9, и которое максимально точно в своем итоге дает Е. Максимально точно. Ну, понятно, что надо вначале начать с 2.71, да? А вот дальше уже... Не знаю, потому что дальше нужно по-настоящему написать вот так, да? Тут надо, соответственно, заменить что-нибудь на что-нибудь. Восьмерочку, например, вместо... Нет, девятку еще можно. А эти на тройку где-нибудь заменить. Ну, в общем, начинаться, видимо, с этого будет. А, выражение. Нет, то есть с плюсами и минусами умножить? Ну, это какая-то это ребус, это сразу, конечно, не угадаешь. Еще вопросы? Вон вопрос сзади, прямо сзади вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, возможно, я ошибаюсь. Вот вы полетели из Екатеринбурга на самолете по какому-то радиусу. Мы же рассматриваем математику, мы физику не учитываем. А если вы полетели вертикально вверх на 200 километров, то потом какая будет окружность? Соотношение не поменяется окружности к диаметру? Сейчас, вертикально вверх куда? Вот туда? Ну, вот смотрите, вы же можете полететь, подняться, например, самолет может подняться по одному углу, а может подняться по другому углу. И тогда окружность будет другая, соотношение будет другое. Ну да, нет, конечно, если он поднимется аккуратно, вот так вот прямо вот как надо, то все будет как надо. Да, а если неправильно будет, только если он будет лететь над землей. Все, понял, спасибо. Так, вон еще сзади я вижу руку. Сейчас отдадим. Вы не учитывали силу ветра, когда делали вот да, конечно. Дугу ровную, а на самом деле, если ветер будет дуть на вас, то как бы, смотря с какой стороны. Короче, это правильно, да. Сила ветра здесь, конечно, пренебрегалась, хотя в реалии самолет там из Иркутска, например, в Москву плюс-минус полчаса из-за силы ветра, даже почти час может быть из-за силы ветра. То есть он сильно меняет. Вон, мальчик. Можно вопрос?
например, про какой-нибудь попроще ряд для вычисления числа пи. Ну, если я правильно помню, то пи разделить на 4 – это 1 третья плюс 1 пятая минус 1 седьмая, ну и так далее. Так? Да, но это очень медленно. Это очень медленно. А я вот тут написал специально то, что гораздо быстрее. То есть этот медленный ряд. А вот этот, вот эти, вот это быстро очень. Так, вон еще. И здесь тоже. Сейчас, да, ага. Сколько у вас подписчиков? Что? Извините. Очень интересую, сколько у вас подписчиков. Надеюсь, что после этой лекции станет плюс 650. Не считая тех, кто уже подписан. Но дело в том, что у нас были пертурбации с каналом. У нас там был канал, где было 55 тысяч. Сейчас у нас новый канал. На нем 11 или 12 тысяч. И я сейчас покажу его. Прямо сейчас покажу. Вот он. Спасибо большое за вопрос. Вот канал. Пожалуйста, приходите на него, подписывайтесь. Там куча математических роликов и будет еще больше. Будут разные коллабы с другими учеными. Так что сегодня у нас там около 12 тысяч. А завтра, если все из Екатеринбурга подпишутся, будет уже 12,5 тысяч или даже больше. Судя по реакции зала, это был самый ожидаемый вопрос. Нумер хвостка. Это вместо скан муховерт. Спасибо огромное. Тоже сохраню. Да. Вон. Он работает хотя бы? Задавай. В общем, а как корень вычислять? Интересно. Очень быстро вычисляется по формуле А переходит в 1/2 от А плюс 1 АТ. Начальное значение положить, например, 1.5, и корень из 2 будет очень быстро вычислен. Спасибо. Ну, не точно, естественно, но с очень большой точностью. Там за 10 шагов точность будет очень-очень много знаков. Спасибо. Следующий вопрос. Да. Алексей, давайте, микрофон у меня здесь сразу. Ага. А вот у меня такой вопрос. Вам насколько сильно давалось, вам насколько сложно давалась математика в школе? Что-что? Вам насколько тяжело давалась математика в школе? Математика? Да. Нет, как раз она была довольно проста, поэтому я стал математиком. Все остальное было очень сложно, потому что нужно было все запоминать. В других местах, кроме математики, много нужно запоминать. А мне всегда, я не знал, как запомнить. Ну, это да. У меня было, знаете, какое одно... Я очень, больше всего, я был всегда в ужасе от того, что нужно запомнить наизусть какое-нибудь стихотворение. И у меня была такая история в школе. Учительница литературы сказала, так, к следующему разу выучить наизусть стихотворение о подвигах, о доблести, о славе. Я поднял руку и спросил, все три к следующему разу? И был выгнан из класса за это. Так, вон там, да, ага. Так. Сможете ли вы решить... Задавайте, где микрофон? У кого? Сможете ли вы решить эту задачу? Ой, надо громче. Сможете ли вы решить эту задачу? Лебедь высиживает птенцов 4 недели. Коршун столько же. Сколько недель высиживает птенцов коршун? Я не слышу почти ничего. Помогите ребенку задать вопрос. Окей. Лебедь высиживает птенцов 4 недели. Коршун столько же. Сколько недель высиживает птенцов коршун? Ну, 4. Так, давайте по лекции вопросы все-таки. Ну, хотя, не знаю, нет, можно какие угодно. Да. Помните еще ту задачу про сколько автомобилей можно выпустить? Помните ту задачу? Да-да-да. Ну, с машинами. Вот. Какие еще слова придумали из вот этих 12 букв? Ну вот мне только что дали номер хвостка. Но еще есть несколько выражений, где-то у меня на компьютере хранятся.
Но пока нет такого, что прямо вот, вот очень круто, что вот там еще человек очень долго поднимает руку. Да. Ага. На данный момент для... было вычислено около 10 триллионов знаков после запятой для числа пи. Что-что? На данный момент было вычислено около 10 триллионов знаков после запятой у числа пи. Зачем это делают, даже если даже для вычисления примеров примерного радиуса обозримой Вселенной хватает 39 знаков после запятой? Я бы сказал исключительно из искусства. Из любви к искусству только. Просто так. Но есть некоторые, конечно, задачи, которые решают просто так. Алексей, у нас время уже поджимает. Я предлагаю вам еще три вопроса. А давайте, вот мужчина очень долго поднимает руку сзади. Очень давно. Скажите, пожалуйста, вот недавно был юбилей у Александра Градского, и он сказал, что с музыкой не сравнится ничто. Ни физика, ни математика, ни химия. Вот представим, что есть некто не очень хороший, и он предлагает вам на выбор. Отобрать у вас математику или отобрать у вас музыку? Что вы оставите себе? Хороший вопрос. Зря он так противопоставляет. Я считаю, что математика и музыка – близнецы-братья. Вот, так что я не знаю. Ну нет, это слишком какой-то вопрос. Я не умею в таком ключе думать. Я ничего не отдам. Ни то, ни другое. Да. Кстати, учителя математики, не торопитесь уходить и уводить детей. Для учителей математики здесь лежат подарки. Поэтому не торопитесь, не покидайте нас. Так, давайте еще, ну, может, пару вопросов. Действительно, все вопросы, наверное, уже не получится задать. Хорошо. Это... Можно я задачу задам? Задачу не надо длинную, потому что много народа хочет, наверное, короткий вопрос задать, да? Ладно, ну, постараюсь как можно скорее. В общем, ладно. Электровоз едет со скоростью 70 км в час, а навстречу дует ветер со скоростью 20 км в час. Куда дует дым от поезда? Это на дом задали, видимо. Ну, вперед все равно, да, со скоростью 50 км в час вперед. Что? Алексей, это электровоз. А, я понял, это наколка. Ясно. Кого последний? Там нет дыма, да? Вот. Так, давайте. У кого, на кого покажете, тому отдам микрофон. Ну, давайте два. Вот один мальчик и одна девочка. А вот, вот девочка уже с микрофоном там стоит. Ну и плюс девочка с микрофоном тоже. Хорошо. Начнем, девушка. Я хотела спросить... Я была на Олимпиаде по математике, и там была такая задачка очень сложная. У нас никто не смог ее решить. Есть 6 точек. Они расположены в любом, на плоскости в любом порядке. То есть самим надо расположить. И надо через них провести 6 линий, чтобы на каждой линии лежало по 2 точки, и с каждой стороны линии было по 2 точки. Как это сделать? Все такие задачи очень сложные вообще. И в них детям гораздо проще, чем взрослым. Потому что у взрослых очень шаблонное мышление, поэтому здесь я боюсь, что только помоги себе сам. У нас ее никто не смог решить. Все равно, да? Ну, в общем, нет, это совершенно не очевидно, что у меня есть какие-то здесь преимущества. Есть какие-то интегралы, это одно, да? А когда точки прямые, ребенок быстрее решает обычно, чем взрослый. Так. Кто тот мальчик, который долго тянул руку? А, у него уже микрофон. Давай. Как найти 30-е число Фибоначчи? Найти? Да. Все. Есть общая формула для чисел Фибоначчи. Здесь стоит n плюс 1. Это будет n-ное число Фибоначчи. Хорошо. Как тремя девятками без знаков действий
получить самое большое число? 9 в степени 9 девятой. Что? 9 в степени 9 девятой. Ну что, все, наверное, да, много уже? Логичнее будет 9 в 99 степени. 9 в 99 будет меньше. Это спор начинается. Все, Алексей. Да, теперь я жду учителей. Друзья, поаплодируйте. Алексей Саватеев. Кто, ребята, кому было все понятно, вас ждут в интернете уроки 100 уроков математики вот здесь, на сайте savateyev.xyz. Особенно учителей ждут, и по ним надо заниматься со школьниками и так далее. Тут еще есть всякие инстаграмы, фейсбуки, но самое главное для школьников — это 100 уроков математики. Ну и на канал, подписывайтесь все на канал, все на канал. Вот, и сегодня вечером будет лекция в ИЦАЕ. Тоже знаете, да? Вот. На сайте есть кнопочка «Стать патроном». У нас все лекции без рекламы. Ну, почти все, там некоторые мы не успеваем убрать рекламу, она чуть-чуть показывается. Но мы боремся с